И всем привет, ребята! Вы на канале Мончик, и сегодня продолжается серия «Нелюбимая мать и дочь художник». В общем, здесь мы закончили на моменте, где они уже сходили в художку, и нелюбимая дочь начала сидеть, творить, рисовать работы. Ну а любимая дочь обиделась, сидела у себя в комнате. Так, уточка, мы сейчас с тобой столько всего нарисуем, смотри, садись. Так, сейчас я возьму кисточку. Краски, краски, краски. Сейчас. Вот. И сейчас, не обращайте внимания, что я их так положу, их просто брать неудобно. Сейчас нарисуем кучу картин. Сейчас, подождите минуточку. Короче, я накидаю сейчас ей вот тут картины, потому что она типа, ну, вот много нарисовала. Так. Вот я вот так накидаю здесь, короче. Типа она еще там рисует. Как она мне надоела! Почему она лучше меня? А я вот сейчас возьму и нарисую красивую картину. Сейчас. Мне говорили купить... Ой, скачать с паузами штучку, но я не стала, потому что мне лень. Я вот сейчас тоже возьму и нарисую. Вот, сейчас нарисую. Прям, где мои маркеры? Я сейчас... Сейчас нарисую красиво, и все обзавидуются. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это, кстати, акварельные маркеры, как я поняла. Красивые. Чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас красиво все будет. Так, этого не было. Вот я почти дорисовала уже почти картину. Нравится тебе, уточка? Мне очень нравится. Пока что красочки сюда положим. О, дорисовала! Так, сейчас еще нарисуем. И комната станет яркой-яркой. Вот еще плакат нарисовала. Сейчас еще нарисую. Вот. И вот я нарисовала красивые цветочки. А вот мороженка. Сейчас пойду и маме покажу. Мама! Она тут опять рисует. Мама, 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 смотри, что нарисовала. Ну-ка, давай, доченька, посмотрим, чему ты научилась. Так-с. Ой, как красиво. Смотри, даже лучше, чем в прошлое. Да, вот цветочки. Правда, нравится? Да, очень красиво, согласна. Получше, чем у моей сестры? Конечно, лучше. Как красиво получилось. Хочу пойти показать маме. Она же будет, думаю, рада. Да, уточка? Мама! Мама, мама! Что тебе надо? Пойдем скорее, я нарисовала красивую работу. Посмотришь? Нет, отвянет меня. Я тоже не хочу это убожество смотреть. Ну как это? А вот так вот-то. А я сейчас принесу, и вы посмотрите. Это не убожество. Вот, смотри, цветочки. Стоять. Ну давай, покажи, что там у тебя. Ого! Ничего себе! Если сравнить так-то... Ну, моя же лучшая работа! Это все, что ты нарисовала? Нет, еще нарисовала! Вот, сейчас принесу! Сейчас я докажу им, что я умею рисовать! Вот, вот, смотрите! Вот еще цветочки! А вот груша! Обалдеть! Сколько разных работ! Да, мои лучше! Она вообще... Доченька, доченька, ну не надо! Вот видела, что ты наделала? Мразь тупая! Забирай свои тупые картины и вали отсюда, надоело уже! Ну ладно. Я же просто хотела, чтобы они меня похвалили. Ты дура тупая! Зачем ты вообще пошла на эту художку? Ненавижу! Буду плакать. Уточка, я так рассчитывала, что им понравятся мои работы. Я же для них старалась.
так сильно хотела, чтобы понравилось им, а им не понравилось. Ну, я сейчас еще нарисую, повешу вот сейчас свои вот эти. Может, им, может, они подумают, что им неправы, может, подумают. Вот еще. Что-то не вешается нифига. Ну вот, я расклеила. Вроде бы красиво получается. Блин, сейчас, подождите, мне пишут. Компания пишет. Ну, вроде красиво получилось, да? Уточка, тебе нравится? Я старалась, честно-честно. Вся комната разбешена. Буду спать, а то так устала. Как они надоели мне. Пойду, доченьки, рисунки верну. Да, я с тобой тоже. О, это что такое? Что там? Ого! Это уже картинная галерея какая-то. Они страшный подвал, который мы ей псували. Ну да. Очень много всего. Слушай, раз наша дочка так хорошо умеет рисовать, может, ее отправим куда-нибудь и деньги будем на этом зарабатывать? Ну, можно было бы, наверное. Давай ее попросим нарисовать самую сложную работу — Мона Лизу. Ну давай. Так, доча, держи свои рисунки. Очень красиво. Ты очень красиво рисуешь. Вы надоели мне, отойдите. Ну, доча, отстаньте от меня все. Ну, доченька, ну прости. Все же красиво ты рисуешь. Вот, мам, я еще это нарисовала. Ты не нарисовала, ты это сфоткала сейчас. Да ты... Дрянь, просыпайся. Что такое? Быстро нарисуй нам Мона Лизу. Мона Лизу? Как это? Я же не умею. Ничего себе. Значит, на вот эти каракули ты умеешь, а Мона Лизу нет? Быстро рисуй, я сказал. Хорошо, папа, сейчас нарисую. Сейчас нам наша твоя сестра попробует нарисовать Мона Лизу, и мы посмотрим, насколько хорошо она умеет рисовать. Да, нарисуй сложные работы какие-нибудь, а не свои вот эти каракули. Блин, ее надо вот сюда посадить. Во. Цыпочка, ты это слышал? Ой, уточка, ты слышал это? Надо нарисовать очень-очень-очень красивые работы, чтобы папа с мамой точно поверили, что я красиво рисую. Так, сейчас нарисуем. Мы много работ нарисуем, чтобы точно, точно, точно им понравилось. Это что? А, это одежда. А это? Какие-то яйца, не знаю. Так, вот,
Все, папа, вот, как ты говорил, Мона Лиза. О, это... Я еще нарисовала. Вот. Ого. Вот работа. Вот еще работа. И вот работа. Обалдеть. У меня слов нет. Она Мона Лизу нарисовала. Да вы серьезно? Дайте ей сложнее работу. Кошмар какой-то. Но как бы не хотела этого говорить, это прекрасно. Даже лучше, чем наши дочки. Да намного лучше, это серьезно. Сколько это можно скрывать? Это великолепно. Правда? Вам нравилось? Это не нарисовала типа она, потому что это некрасивая, мне кажется, работа какие-то. Вам нравится? Я старалась, честно. Дорогой, сколько у тебя денег там? Помнишь, я штуку, которую тебе показывала для нашей дочки купить? Давай ей купим. Зачем? Ну, пусть рисуют картины, нам нарисуют еще какие-нибудь. Ну, ладно. На, держи твои работы. Можешь куда-нибудь их деть. Окей, хорошо, спасибо, мама. Уточка, им понравилось. Им очень-очень понравилось. Я рада так. Я так рада. Им понравилось. Мои работы. Так, я сейчас хочу сделать себе, чтобы повесить их красиво, потому что они мне тоже очень нравятся. Они такие красивенькие, такие миленькие. Блин, нет, слишком, кажется, не так. Ох. Вот, уточка, я развесила. Тебе нравится? Мне вот очень нравится. Да, я сейчас закажу. Алло, здравствуйте. А можно, пожалуйста, заказать ту художественную штуку? Угу. Через сколько будет? Через час? Хорошо. Ой. Слушай, а тебе еще что-то говорили? Ну, что ты слышал там что-нибудь? Ну, я слышал, как они там из глины лепят. Может, еще что-нибудь из глины взять? Кстати, ребят, я, если честно, не знаю, что вот это за штуки из глины. Давайте просто потыкаем, может быть, что-нибудь. Обалдеть! Ай, офигеть, это из глины такие. Офигеть. Ну да, это вроде бы все работы, но они просто великолепны. Ну, из глины мы лепить, думаю, не будем. Кстати, что это такое? Мне интересно, вот, допустим... Что это? Это реально ваза теперь? Офигеть просто. Может быть, что-нибудь из глины еще сделать, типа. Ну, я думаю, это рано. Ну да, может быть, ты и прав. Приехали. Так, дочь. Ась. Что такое? Пожалуйста, можешь там немножко прибраться в комнате и вынести, ну, выйти ненадолго? Да, хорошо, сейчас. Меня попросили уточка прибраться. Блин, а мне некуда складывать вот эту. Ну ладно, мы ее сюда положим. Так, это сюда. Маркеры, думаю, вот сюда. Это бумагу. Вот сюда. Это сюда. Сюда. Ся. Прибралась. Пойдем, уточка. Все, мама. Побудь тут. Сейчас мы завезем тут тебе штуку кое-какую. Ой. Ё, это всю комнату занимает. Обалдеть. Это всю комнату занимает. Нет, тогда это слишком, что сказать.
Не, давайте вот тут тогда, что ли. Не, ну это до смешного, это всю комнату занимает просто. Извините, ребят, но это слишком уж. Да ё-моё, всю комнату заняло тут. Папа прилетел. Блин, а я хотела, чтобы типа поставить ей такой набор рисования. Хотя ладно, давайте что-нибудь другое тогда поставим, а то я что-то рассчитываю, что это не такое большое будет. А так вышло, что это просто здоровая фигня какая-то. Так. Холст. Тут всякая фигня. Картины. Штуки разные. Хотя вот эту может быть. Да, кстати, вот стол. Заходи. Ого! Это... Да, мы тебе решили купить, потому что ты очень хорошо рисуешь. Будешь рисовать, учиться. Ну и потом со временем, может быть, нам что-нибудь еще сделаешь. Хорошо? Да, да, хорошо. Все, давай, работай. Ого, тут штука какая. Рисовать можно. Так... Интересно, что она там такая... Мама! Это что такое? Ну, дочь, она хорошо рисует. Мы ей решили купить. Все понятно с вами. Я тоже так умею рисовать вообще-то. Тутор, как рисовать цветочки. Так интересно. Вот стебелек. Вот еще. У меня все получается. Лошадка. Тут вот еще вот это могу нарисовать. Так круто. Мне прям нравится. Очень-очень красиво. Думаю, всем понравится. Так. Буду рисовать цветы. Уточка, тебе нравится? Мне вот очень нравится. Это так красиво выглядит. Ой, же ночь. Дети, ложитесь спать. Ой, уточка, я уже так устала. Нарисовала почти целую работу. Можно спать теперь? Как нечестно все это. Ну, думаю, на вот этом моменте мы закончим. Ну, а с вами была я, София. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Ну, а пока.